Урбеч. Этот продукт – настоящая гордость Дагестана. Видео – урбеч из тыквенных семечек. Урбеч из тыквенных семечек могут приготовить для себя и мужчины, и женщины. При этом набор продуктов будет немного разным. Перечень полезных свойств тыквенных семечек для женщин указан в конце этого видео и в видео, на которое указывает сейчас подсказка наверху. Семена тыквы не обжаренные. В семечках тыквы очень много цинка, микроэлемента, особенно полезного для мужчин. Этот элемент предотвращает разрастание тканей простаты и хорошо влияет на сексуальные функции. Масло тыквенных семечек. Для мужчин масло тыквенных семечек – это эффективная профилактика простатита. Тыквенное масло – хороший способ избавления от аденомы. Цинк и кукурбитоцины, содержащиеся в масле, препятствуют образованию дигидротестостерона – гормона, отвечающего за рост предстательной железы. И тыквенное масло при простатите является едва ли не самым популярным средством в арсенале народной медицины. Нормализация половой системы происходит наряду с очищением кишечника и стабилизацией работы печенки и почек. При аденоме простаты тыквенное масло нормализует ее работу, снимает воспаление, уменьшает боль, облегчает мочеиспускание, препятствует возникновению аденомы и поднимает потенцию. Мед лучше жидкий. В застывший мед можно добавить одну горячую ложку воды и размешать. Обычная кофемолка. Если у вас кофемолка-измельчитель с двумя видами ножей, то ножи надо взять как для бобов кофе. Вспомогательная емкость, в которую буду просеивать порошок тыквенных семечек. Сито, мелкое сито, и чем меньше, тем лучше. Ложка. Пустая емкость, в которую буду проводить замес порошка семечек тыквы с остальными компонентами. Емкость, подготовую пасту урбеч. Получение порошка тыквенных семечек из цельных семечек тыквы. Время помола от 20 до 30 секунд, и оно зависит от сорта тыквы и вида семечек. Регулярный прием тыквенных семечек помогает мужчинам улучшить потенцию, справиться с таким заболеванием, как простатит, улучшить умственные способности. Сейчас я домалываю остатки семечек из чашки, которые не уместились в кофемолке. Чем полезны тыквенные семечки для женщин? Первое. Поздно появляются морщины. Волосы будут крепкими, блестящими. И депрессия не даст о себе знать. Чтобы приготовить вариант урбеч для применения женщиной, можно заменить тыквенное масло грецкими орехами. Может получиться так, что помололи недостаточно. Тогда просто выполняем помол дополнительно. Если сито достаточно мелкое, то семечки можно измолоть до состояния пудры. И домашнюю пасту урбеч не отличишь от дагестанской. Ложкой проверяем качество помола. Получилось удовлетворительно. В емкость, где буду перемешивать порошок семечек с медом и маслом тыквенных семечек, добавляю 1 столовую ложку воды, лучше очень теплой воды, 3 столовых ложки масла тыквенных семечек и 2 столовых ложки меда. И эти жидкие компоненты тщательно перемешиваю. Если информация из этого видео помогла вам, и вы решили воспользоваться этим рецептом, поделитесь ссылкой со знакомыми. Я думаю, любому мужчине пригодится информация из этого видео. В конце видео «Как принимать
и как хранить домашнюю рубечь из тыквенных семечек. Перекладываю порошок тыквенных семечек в банку с жидкими компонентами и перемешиваю до равномерной пропитки маслом и медом порошка из тыквенных семечек. Домашний урбеч из тыквенных семечек, приготовленный по этому рецепту, помогает мужчинам улучшить потенцию, справиться с таким заболеванием, как простатит, улучшить умственные способности. Далее, как принимать и как хранить урбеч из тыквенных семечек. Перекладываю готовую пасту в емкость для хранения. Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 градусов и относительной влажности не более 70%. При хранении в холодильнике срок годности домашнего урбеч и семечек тыквы 2-3 недели. Способ применения. Взрослым 2-3 раза в день до еды по 1 или 2 чайные ложки. Принимать лучше за 20-30 минут до еды. Будет еще серия видео о естественных рецептах профилактики и излечения простатита. Пожалуйста, помните, что подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы будете получать извещения о новых видео сразу после их загрузки на YouTube. Вот за 10-15 минут из цельных тыквенных семечек я получил пасту урбеч из тыквенных семечек. Рекомендуемый срок применения – от 3 недель до 5 месяцев. Перед применением желательно консультация лечащего врача. Противопоказания – дети до 12 лет, беременность и период лактации, индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам продукта.